Пьер, вот ты где. Ты должен мне помочь. Это срочно. Успокойся. Что случилось? Эти ублюдки совершили набег на нашу ферму. Они повсюду, на перекрестке. Мне нужна твоя помощь. Немедленно. А они упрямы. Не волнуйся. Я помогу тебе. Так, возмездие, глава 3. Идите на перекресток. Ух, как же мы будем с ними сражаться. Ты идешь со мной? Пошли. О, ночная дорога. Прикольно. И довольно странно. Все это смотрится. Да, я дорогу должен уже помнить. Уже наизусть. Фонарики. Пошли, пошли, догоняй, догоняй меня. А вот и перекресток. Так, где-то тут недалеко, похоже, что-то случилось. Они забаррикадировали путь. Нам нужно быстро разобраться с этими солдатами. Ух, их так много там их нет. Ух ты, что они делают? Так, ну все. Вам пришел кабздец, ребята. Убирайтесь с этой фермы немедленно. Ха! И что будет, если мы откажемся? Так, мне надоело. Одним ударом. Невероятно, я никогда не видел такой силы. Впереди есть еще солдаты. Приготовься. Я еще монетки собираю заодно. Нифига себе, с одного удара всех. Круто было. Так, нужно идти куда? Вот сюда, на ферму. Похоже на ферму. О, еще один идет. Получи! Так, много их там еще. Вот, еще двое. Давай, добивай его. Еще двоих. Так, ладно. Вон там еще трое идет. Получил! Мудила! Так, мы справились с этим. Идем сюда. Что здесь? О, еще идет. Мы разобрались с ними. Что он сказал? Я. О, нет! С запада идут подкрепления. Не знаю, сможем ли мы справиться с таким числом солдат. Мы не сдадимся без боя. Готовься. Так, с какого запада? А, он оттуда. Здесь еще и не пройдешь. Хорошо, пошли. О, вон они. С одного удара почти всех снес. Круто было. Моя жена. Они схватили мою жену. Надо спасти ее, пока не поздно. Откуда они взялись? Было темно. Я не услышал их, пока не стало слишком поздно. Думаю, они пришли с дороги на Арум. Следуй за мной. Эта битва еще не окончена. Так. Как мы пройдем туда? А, посюда пройдем? Нет, посюда не пройдем. По полю. Что у нас тут? А, как раз там, где я встречался с ними уже. Там их, наверное, сейчас... найти жену Джона сейчас нужно. Их там... ух ты, они все разгромили. Ты стоишь. Ты будешь со мной меняться? О, да, меняться. Дремолом. Двойной кулак. Я могу получше, да, вот это? Энергия нужна. Размах и удар. Как бы, ну, в принципе, одинаково, да? Давайте потихонечку, постепенно будем, да, набирать. Вот сначала соберем, купим вот это. Потом пойдем дальше, 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 да? А, нет, потом можно будет еще уклон купить, когда насобираю достаточное количество денег. Так, в этой стороне нету денежек больше? Ладно, пошли тогда воевать с ними, если на то дело пошло. Тут я никого не вижу. Они все снизу, смотри, там их целая куча. Придется сейчас с ними воевать. О, нашел. Эти сундуки очень уместны. Вообще в тему. Теперь я еще накачаю. Это что такое? Море, море. Ночью море. Да нафиг оно нужно? Ночью не до него. Пошли искать жену Джона. Ты мне поможешь? Ты почему ночью торгуешь? Я не понимаю.
я не могу это пока, да? Уклон. Пока я не прокачаю вот это, скорее всего, уклон я купить не могу. Или по какой-то другой причине. Так, ну у меня сейчас ударчик посильнее будет. Вот они. Чего вы тут делаете? Солдаты, к оружию! На тебе ногой! С ноги поддал, классно! Концентрация! Ха-ха, такой удар классный! Ха-ха. Кто еще тут? Там еще, по-моему, один был, нет? Мертвый. Так, это что у нас? О, это озеро просто завораживает. А сколько в ней рыбы? Ну, не сейчас же это все делать-то, ё. Так, жена Джона. Опять сюда, что ли, пришли? Опять здесь, здесь вот была рыба, да? Доберитесь до жены Джона в сарае. Пожалуйста, не убивайте меня, я расскажу, куда они увели жену фермера. Говори, трус. Знай, соврешь, и я оборву твою жизнь. Ее отвели на ферму по ту сторону моста. Я дам солдатам знак, что все чисто. Они отпустят мост, и вы сможете перейти. Передашь своим собственных людей? Хе, я отпущу тебя, но тебе лучше не приближаться к этим солдатам. Они обезглавят тебя за то, что ты сделал. Ты шутишь? О нет, что я наделал? Освободите жену Джона. Где она находится? Ага, мост. Мост, короче, отпустили, но... Чё толку? Он сбежал, предатель. А мы идем, вот, все, через мост. Там их много, нет, интересно? Так, один из восьми, это что значит? А, один из восьми это сундуки. Короче, здесь находится 8 сундуков, я один из восьми нашел. Хорошо, это секреты. Нам нужно быть осторожными. Если нас обнаружат, они наверняка убьют мою жену. Оставайся здесь, я разберусь с этим. Прокрадитесь мимо охраны. Японский городовой. Мне еще нужно красться. О, я еще собираю монетки. Монетки еще собираю. Так, он в эту сторону смотрит. Он пошел сюда. Нет, он не идет сюда. Он отвернулся. Так, а как мне вот до него на сзади проходить, да? Чтобы добраться до жены. Вроде бы пока не видят. Куда направляется вот этот охранник? Мимо. Так, надо с той стороны пойти, похоже. В поле уходим. Отлично. Я не думал, что тут так все будет прикольно. Что придется прятаться вот так вот. Втихаря. Так, похоже, здесь спокойно. Все, прошли. Идем дальше. Тут еще сундук. Класс. О, там еще два сундука, но пока нам не до них. Кто вы такой? Не приближайтесь! Шш, тихо! Я помогу вам выбраться. Ваш муж ждет вас. Мой спаситель! Спасибо! Тихо! Нас услышат! Не смейте затыкать меня! Просто доставьте меня домой! Прямо сейчас! О, черт! Нас услышали! Прячьтесь! Я разберусь с ними! Сейчас придется... О, их много! Их охренительно много! О, нет! Я погиб! Только не это! Мне придется начинать... сначала или откуда? Ну что такое? Мне придется с самого начала начинать этот раунд. О, бог ты мой, это было сложно. Но надо не забывать, что есть еще сильный удар. Так, добраться до жены Джона... Это не сложно. Сложнее... Так, подожди. Здесь я пройду. Они меня не заметят. Хорошо. Кто вы такой? Та-та-та. Ну все, будем сейчас драться. На тебе вам! Получите!
А, они ударят меня! Уходим отсюда! Да какого хрена? Второй раз уже! Попытка не пытка, с третьей попытки, я думаю, мы справимся. Так, это опять не то. Попытка не пытка, попробуем сейчас сделать это еще раз. Но отбиваться довольно сложно. Блин, мне оружие нужно. Оружия мало. Хотелось бы, конечно же, постараться сейчас сделать это. Не до такой же степени все сложно, а? Стоит и ждет, гад. Уходит. Почему я... А, вот, все, прошел. Так, спокойно. Так. Они повернули в эту сторону. Тот отвернул в ту сторону. Вот тут я могу проскочить. Ох ты. Я как раз между ними, ё-моё. Как их много что-то стало. Мне показалось, что их было меньше. Первоначально. Вроде не заметили. Да, они не видели меня. Так, соберем еще раз сундучок. Этот сундучок. Так. Кто вы такой? Не приближайтесь. Та-та-та-та-та-та. Орет еще, блин. Как назло. Сейчас будем... А, биться будем. Да я промазал опять. Сейчас они будут за мной бегать, надеюсь. До тех пор, пока я... А-а-а! Давай. Отбивайся, уходи, уходи оттуда. Блин, надо, чтобы восстановилось здоровье у меня. Она бежит за мной. Мы убежим от нее, нет? От них нет, от охраны, от этой всей. Ох, уху, как их много, а. Так, я восстановил здоровье себе. Уходим. Прятайся! Пока я тут бегаю нафиг за ними. Ха-ха-ха! Получил! Вы снова спасли меня! Ваша заслуга... Вашей заслуги в этом нет. Вам стоило говорить тише. Значит, теперь это моя вина? Вы просто не знаете, как нужно обращаться с леди. Бормочет. Ну и леди. Что-что? Ничего, просто идите за мной и не шумите. Мы можем опять наткнуться на солдат. О, короче, насколько я понял, сразу же нельзя было их убить, надо было просто их немножко потихонечку калашматить. Так, тут, по-моему, у нас какие-то еще бочки были, так что можно их пособирать, и денежки мне эти пригодятся. Да, не с первой попытки, но все равно, дело вперед. Опыт приходит во время. Так, тут у нас больше ничего нет, ладно. А, вот еще сундучок. Отлично. Мощный удар. Он стоит денег. Надо что-то получше взять. Все-таки я не то задание взял. Надо было какое-то другое. Где он? Он неужели так далеко ушел? Он сбежал на самый край, да? Так, сколько у меня денег? У меня деньги есть. Я, кстати, могу улучшить. Так, круговой удар. Вот это вот классно. Блин, у меня нету денег. Двойной кулак. Отлично. Двойной кулак теперь у меня есть. Вот это мощь. Теперь я буду способен гораздо лучше. Так, а куда нужно идти? Он далеко. Ладно, пошли. В ночь. Уходим в ночь. Сегодня мы так... Разберемся. Нашел я его. Слава небесам, ты спас ее! Не за что. Я не ожидал, что солдат будет так много. Боюсь, напали не только на нас. Мельница по дороге на Кимсворт была захвачена. Нам нужно немедленно идти туда. Надеюсь, это не месть за то, что я... что произошло сегодня. Быстрее, если они сожгут мельницу, нас всех затопит. Направляйтесь к мельнице по дороге к Комсверду. О, вы спасли меня, мой герой. Да уж, ваш герой. Идем к мельнице. Так. Здесь я соберу монеток.
чуть-чуть. Еще. Вы меня торопите, а я лучше пособираю монет. Так, куда же идти-то? Вот сюда вот? Здесь я пройду? Я боюсь, что я здесь не пройду. Ладно, пойдем по дороге. По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Так, похоже, далеко идти-то. Не близкий путь, скажу я вам. Дорога к Омсверду. Похоже, они полностью перекрыли дорогу. Нам нужно как можно скорее найти другой путь. Возможно, нам стоит... Сможет помочь мельник? Найти мельника. Пойдем искать мельника. А где его искать? Так, он находится... На той стороне. Если их сейчас мы встретим на дороге, это будет опасно. Тут закрыто все. Придется в обход. Втихаря обходить. Так, здесь есть маленький... Переход. Да. Все получится у нас. Пройдем здесь. Так, по дороге. Не по каждой дороге можно идти просто. По этой как раз можно. Так, эти бочки я собирал. Там нет монет. Мельник! Вот ты где! Как нам добраться до мельницы? Боюсь, придется пробиваться через одно из заграждений. Эти солдаты выкинули нас оттуда. Должно же быть какое-то слабое место. Может, вам больше повезет с заграждением на востоке? Отсюда. Там меньше солдат, может быть, удастся пробраться? Стоит попробовать. Ты, найдите способ добраться до мельницы. У нас есть шанс перейти, да? Попробуем сейчас вот этим способом, да? Скорее всего. Мост закрыт до сих пор. Хорошо. Ага. И чё, как я это сделаю? Найдите способ, может быть... Мельник был прав. Думаю, мы сможем пробраться через эти ящики. Вот так вот! Ха-ха! Мощный удар. Круто было. Мельник был прав, их тут не так много. Так, до мельницы не так далеко. Это что такое? Фонарный столб? Да. Вот я не знаю, что это такое означает, но это нам сейчас не важно. Так, как же добро... Вот. Вот и мельница. Фух. Взяли силы и пойдем. Эй! Как вы пробрались через наши заграждения? Неважно, нас больше. Я справился со всеми солдатами на перекрестке. Думаешь, я не справлюсь с этой парочкой недоумков? Большой отряд саксонцев захватил мельницу. Это лишь больше разозлило Пьера, он почувствовал прилив адреналина. Великий воин. На самом деле он не воин. Он просто хотел хорошо жить. Эта битва обещала стать для него самой сложной. Нас ждет великая битва. Защитите мельницу от саксонцев. Давайте сделаем это. Отбиваемся! По мере возможности. Бьяш, держись! Мы справимся, мы с ними справимся. Сейчас просто возьмем и справимся. Отбиваю его. Сколько их там еще будет? Так, много еще биться? О, еще один бежит. Так, там еще двое, трое. Вот этот удар гораздо лучше, чем был прошлый. Получил! Адреналин у нас в крови. Хо-хо, все получилось классно. Так, отбивайся. О, мы должны... Да я знаю, что мы должны. Поменьше слов, побольше дела.
Поменьше слов, побольше дела. Ты бьешься? Нормально все у тебя? Тут еще какие-то охранники. На тебе. Давай, давай. Мы сделаем это. Мы отобьемся в этом бою нафиг. Вот так вот. Не бойся, все нормально. Мы отобьемся. Выдержим этот бой. Вот так вот тебе. Не смей нападать на мельницу. Получи, на. Вот это было круто. Мы сделали это. Мы пама смогли это защитить мельницу, похоже. У тебя получилось, мельница спасена. Дай мне отдышку пару минут. Ты понимаешь, что спас сотни людей? Целые деревни были бы уничтожены, если бы они сожгли мельницу. Не за что. Я просто хочу домой, если ты не возражаешь. Яху! Мы сделали это. Вернитесь на ферму Джона. Но это мы сделаем уже в следующей серии. Уже не сегодня. А сегодня я с вами прощаюсь. Пока. До новых встреч, ребята.